Прежде чем брать кредиты и воплощать в жизнь любой инвестпроект, сначала нужно просчитать все за и против. Об этом сегодня заявил председатель комитета госконтроля во время посещения открытого акционерного общества «Комаровка». Леонид Анфимов побывал на птицефабрике как наиболее проблемном звене предприятия. Здесь пока работают в минус, загруженность на производстве чуть более половины. Балласт, который не позволяет выйти на рентабельную работу, это закредитованность. Задолженность банкам сегодня более 300 миллиардов рублей. Вторая проблема в том, что корм на птицефабрике привозной. В итоге продукция дорогая и неконкурентоспособная. Линии, которые стоят, там занимают всего лишь треть производственного цеха. Там можно было установить 3 таких линии, значит, надо идти на то, что когда будут деньги у этого предприятия, ставить еще несколько линий с учетом, скажем, конъюнктуры рынка. Не думаю, что сегодня предприятие полностью исчерпало свои ресурсы, тем более, что когда-то, вы же сами слышали, 20% загрузка мощностей год назад, сегодня они уже дошли до 70% загрузки мощностей за счет поиска новых рынков сбыта. Глава ведомства также провел на предприятии прием граждан. Большую часть наболевших вопросов – это приватизация жилья, опекунство, трудоустройство – удалось решить на месте.